Привет, друзья! Сегодня готовим вкусный соус аджика подлива. Я жарю лук и добавляю содержимое баночки к луку, тушу 2 минуты, и отличная подлива готова. А еще просто содержимое баночки идет как аджика. К любому второму блюду можно добавить в борщ, в соус, в суп. Идет как зажарка. Нам понадобится очищенный от семян болгарский перец, острый перец, морковь, чеснок, помидоры, растительное масло, соль, молотый кориандр, сахар и уксус 9%. Овощи перекручиваем через мясорубку. Переливаем в кастрюлю. У меня получилось 5 литров. Добавляем сахар, соль, растительное масло, молотый кориандр и перемешиваем. Ставим на плиту. Как только закипит, варим 40 минут. Я люблю густую консистенцию. Варим на среднем огне и не забываем помешивать. Снимаем с плиты. Вливаем уксус, перемешиваем и раскладываем по баночкам. Закатываем. Обязательно переворачиваю баночку, проверяю, не подтекают ли крышки, и отправляю под шубу до полного остывания. У меня получилось 5 семисоток и 2 пол-литровки. И вот такая консистенция. Такой соус можно подавать к любому второму блюду, добавить в зажарку к соусу, борщу, супу и даже просто с хлебом. Это очень вкусно. Такая консервация прекрасно хранится при комнатной температуре. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!